А тебе как вот так же? Так, сейчас все вернутся в прямой эфир, и я объявлю, как получить беспроигрышный приз, который для всех участников. Это наш вебинар «108 желаний», который получит каждый из вас. Все, что нужно остаться, это на страничке Кривцова Визлав. Мы ее сейчас закроем. И только те участники, которые принимали участие, которые были в нашем конкурсе, только для них возможно будет посмотреть этот вебинар. И вместе с нами составить свои 108 желаний. Те девчонки, которые составляли уже с нами по этому вебинару свои 108 желаний буквально вместе с нами за эти 30-40 минут, то получат все мечты. Они очень быстро исполняются, потому что мы вам расскажем технику и методику их исполнения. Вот. Еще раз я поздравляю наших крутых победительниц. Тот, кто получит iPhone, тот, кто получит бьюти-боксы, профессиональные блендеры, а также фен Dyson и наши программы. Спасибо всем, кто принимал участие, кто был с нами, кто шел до конца. Я вас всех очень сильно люблю и очень сильно благодарна вам за то, что вы мне верите. Для меня это очень важно. Этот вебинар будет доступен 10 числа, мы его загрузим на нашу страничку Кривцова Визлав, которую я прямо сейчас закрою, и она станет закрытая. То есть это будет только клуб единомышленников, только вы, мои хорошие, оставаясь в этом клубе, получите это видео. Сможете его посмотреть в течение недели в любое для вас время. И я вас уверяю, что вы будете очень счастливы, посмотрев этот вебинар, потому что он сделан с огромной любовью и душой для вас. Спасибо вам большое, что вы приняли участие. Да, я повторяюсь, но для меня это действительно было очень ценно и важно. Я давно думала и хотела провести для вас этот конкурс. Он, честно, потрепал немножко мои нервишки, потому что Инстаграм в первый день постоянно удалял все на свете. Но мы справились, мы молодцы, мы с вами осчастливили кого-то, сделали чуточку счастливее. В следующий раз я уверена, что победите именно вы. Главное сейчас порадоваться. Порадоваться успехам и поверить, что все реально, что все эти призы сейчас дойдут до победителей. И я счастливец. Я вас очень сильно люблю. Благодарю за все. Благодарю, что вы были с нами. И желаю вам всего самого наилучшего. До встречи в моем Инстаграм, в моих постах, в моих сторис и в моих прямых эфирах. Я вас очень сильно люблю. Пока. И не обижайтесь на меня, пожалуйста. Я не со зла. Все, мы просто шутим всегда. На самом деле, пересмотрите, мы сохранили прямой эфир. Вы сможете пересмотреть прямой эфир, и все увидеть, всех победителей. Все, на этом мы с вами будем прощаться. Мы сейчас собираем вещи и уезжаем в Москву буквально 2 дня. Меня пригласили по работе на съемку. Все, мы классные. Да, он классный. Я на самом деле в него влюбилась из-за его шуток. Всегда смеялась и всегда меня веселила. Подожди, да, он разряжал обстановку и как-то веселил. И когда Сём перестал разряжать обстановку, стало как-то очень грустно. Я думаю, что вы с этим согласны. Не расстраивайтесь, что вы не выиграли, потому что вас было много. В следующий раз обязательно выиграете вы. Главное в это верить. Главное участвовать. Ведь за участие никто денег не берет. И за отправку у вас тоже никто денег не берет. Это бесплатные призы, которые вы получаете просто за то, что попробовали свою удачу. Если не повезло в этот раз, то обязательно повезет в следующий. Чем чаще участвовать, тем больше шансов выиграть приз. На самом деле, в этот раз мы постарались сделать побольше призов. И я вам так хочу сказать, то, что шансы были очень хорошие. Потому что когда вы участвуете в конкурсе, где какой-то один глобальный масштабный приз, типа там, не знаю, этот... Бентли, да, а участников идет очень много, то, соответственно, шансы совсем как бы маленькие. А здесь, чем чаще вы будете участвовать, то есть я могу сказать так, что если бы Женя каждый месяц проводила подобный конкурс, вы ее поддерживаете, пусть она проводит,
то при таком количестве призов, да, и при том, что в конце как бы она дарит всем такой как бы утешительный суперприз, то шанс становится меньше, чем 1 к 100. Ну, сами понимаете, 1 к 100 это, ну, это очень вероятная штука. Это достаточно вероятно. Вот, поэтому обязательно участвуйте. Вот в этот раз у нас было много призов. Хорошие, классные призы. Я бы сам хотел такие получить призы. Но я не участвовал в этом конкурсе. Мы решили, что не стоит мне участвовать. А то еще выиграет что-то, придется ему отдавать, а не вам. Но на самом деле мы в следующий раз подумаем и придумаем для вас еще какие-то классные призы. Я также проведу тестирование, спрошу у вас, какие бы вы хотели подарки, потому что в этот раз я провела опрос. И самую большую часть ответов я сидела, тестировала, выбирала, записывала и сделала именно те призы, которые хотели вы. Потому что для меня важно, чтобы этот подарок был ценен для вас. Вот. Поэтому в следующий раз я также проведу опрос. Мы с вами определимся, какие подарки хотите вы, и сделаем вас еще счастливее. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо вам за все. Я вас очень люблю. Боксы! Где смотреть, кто выиграл? В первой части нашего прямого эфира. Просто он закончился, потому что уже прошел час. Господи, у меня даже волосы дыбом встали. Я даже покраснела, мне кажется, опухла за время прямого эфира. Короче, друзья мои, в первой части вы найдете полностью, где посмотреть номерки. Полностью вы увидите, как мы выбирали каждого победителя, как мы проверяли каждого победителя. В моем конкурсе все абсолютно честно. 10 числа вы все начнете получать, точнее, 10 числа мы начнем отправлять подарки. И в зависимости от того, в какой стране, городе и где вы живете, вы будете их получать. Я буду очень благодарна, если после того, как вы получите подарок, вы отметитесь мне об этом, обязательно напишите, сделайте фоточку с подарочком или еще что-то. Это как такая очень классная обратная связь, когда человечек получает от тебя подарок. Но обычно все пишут слова благодарности, что «Вау, я так счастлива, это так круто!» Вот, это очень ценно и важно. Вы писали победителям? Мы еще не писали победителям, потому что... Разом напишем. Еще не факт, что они дойдут. Вот вы какая-то, Дина, очень негативная. Вы мне сегодня... Я, кстати, запоминаю очень сильно, кто мне пишет негативные вещи. Вы сегодня даже вот в прямом эфире несколько раз какой-то негатив написали. В комментариях мне негатив пишете. Радость — это единственная причина негативных нашего мира людей. Вам... Нам да, что-нибудь и вот Сёма вам сейчас скажет одну вещь, которая, возможно, вам в жизни поможет. Диночка, радость — это единственная причина нашего мира нам что-либо давать. Вот, никогда мир не будет поддерживать и поощрять деструктивные энергии, которые разрушают. А когда вы негативите, это на самом деле разрушение. Потому что тем самым вы можете сделать окружающим вас людям неприятно, ну вот негативно. Поэтому выходите на волну позитива. И тогда мир будет видеть, что вы созидатель, и будет вам давать все, о чем вы мечтаете, и даже больше. Проверено на личном опыте. Все. Вот такой вот легкий разбор был для вас. Я надеюсь, что он будет полезен, и вы правильно им воспользуетесь. Нет, вы ничего плохого не желаете, просто вот вы какой-то, ну, негатив добавляете. А у нас здесь как-то все позитивно, все очень сильно благодарны даже просто за участие. И мне очень приятно, потому что я искренне старалась... Я очень старалась, и я болела за каждого. Я бы с удовольствием даже хотела, чтобы вы выиграли, Ден. Вот у меня нет такого, что кому-то я хочу подарить подарок, а кому-то нет. Я просто не верю в конкурс. Ну вот видите, сейчас при нас огромное количество людей что-то выиграло. Только значит, в следующий сегодня. Раз, только сегодня, да, я до этого 8, 10, тоже 16 человек. 16 человек сегодня выиграло у нас. До этого сколько раз мы проводили еще дополнительные акции и возможности. До этого у нас еще выиграло больше 40 человек, понимаете? У всех есть шанс. Мы отправляем так, что каждому доходит. Мы не берем деньги за отправку, то есть... Все подарки, которые вы получите, мы сейчас сначала напишем каждому в директ. Я, либо помощница наша, напишет в директ. И что сделать дальше? Мы у каждого возьмем полный адрес. Если это какая-то онлайн-программа, то мы возьмем e-mail адрес.
И после этого, 10 числа, мы упакуем все подарки, придет курьер, заберет их и отправит вам. Поэтому все подарки дойдут до вас, мы их оплатим, мы все сделаем, чтобы вы просто открыли упаковку и достали свой приз. Кто из главных победителей, это Фен Дайсон, либо iPhone, не захочет взять iPhone, мы переведем деньги на карту и также перед вами отчитаемся. Все честно, все справедливо, у нас все честно. Я тот человек, который не будет никогда обманывать и врать, тем более вас у меня очень много, и мне незачем это делать, потому что я это делаю искренне и для счастья. Мне захотелось беременной какой-то позитивной эмоции, чего-то очень крутого. Я очень сильно старалась, я какой-то день даже не спала, переживала, готовилась, мы ездили, покупали подарки, переживали, что где-то не было того, что мы хотели купить. Это все долгий и тяжелый труд на самом деле, и поэтому просто хочу, чтобы все были счастливы. И я бы с удовольствием подарила каждому подарок из вас. И каждого ребенка бы сделала живым, здоровым и счастливым. И каждому бы старику помогла. И я все делаю, что в моих силах. Но просто я одна не могу помочь всему миру. Но если каждый из нас начнет делать и вкладывать какой-то добрый вклад в эту жизнь, то больше будет счастливых людей. Я так считаю. Если каждый из нас начнет хоть кому-то помогать, то в мире будет больше добра. Если каждый из нас просто на улице даже кому-то поможет, то в мире будет больше тепла и веры в то, что действительно светлого больше, чем темного. Мы живем в такое время, когда темного очень много. Миром сейчас управляют эмоции, энергии раздражительные, энергии только лишь бы заработать, энергии не обращать на других внимания, на то, как живут другие, жить только своей жизнью. И это неправильно. Я все-таки пропагандирую в первую очередь здоровье, качество жизни и добро. И я пропагандирую то, что самое ценное — это семья. И нужно любить своих родителей, почитать бабушек и дедушек, нужно им звонить. Если у вас есть возможность помогать, дарить им какое-то тепло, внимание. Вот у меня, если появляется возможность, там, например, в этом году у меня появилась возможность, я накопила более 200 тысяч и отправила бабушку с дедушкой на море. На 10 дней в отель, где все включено, 5 звезд. Мне хотелось сделать для них такой подарок. И на самом деле я была очень счастливая, и они были очень счастливые, потому что на старости лет, мне кажется, это здорово, когда ты растишь внучку, а потом она тебе что-то делает в ответ очень доброе. И я не говорю, что вам тоже нужно вот взять завтра, купить им билеты там и увезти их куда-то, но просто какое-то добро делать нашим старикам, нашим родителям, потому что неизвестно, что будет завтра. Вот случайно даже взял и умер Децл Толмацкий, кто знает нашего Кирилл, Децла. Ой, Кирилл, да. Децл. Мне кажется, все мы выросли в молодости на его песнях. И вот так вот 35-летний молодой парень абсолютно ушел из жизни. Жень. Ну что, я просто хочу сказать, что неизвестно, что завтра будет с нами или с нашими близкими. Неизвестно, что будет с нашими соседями. Просто нужно быть человечнее, нужно любить людей, которые рядом с нами, и поддерживать их. Сёма предлагает спеть вместе с нами Натали, да вот, и поддержать тем самым завершение нашего гива. Да, я беременна, я уже даже стала красная от того, как я эмоционально, и хочу вам передать. Ставь палец вверх, если хочешь спеть с нами Натали, и палец вниз, если ни в коем случае не готов допустить этого в прямом эфире. Вот. Я просто хочу, чтобы на самом деле все были счастливые. И я вкладываю какой-то маленький, но вклад в ваше счастье. И поэтому я хочу, чтобы все относились к таким конкурсам с благодарностью, с теплом, с какой-то верой в прекрасное, верой в мечты, что все реально и что все бывает. Вот. И сказать еще раз, что я действительно очень сильно вас всех люблю за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши добрые слова. Это действительно очень важно. Вот. Действительно очень важно, что вы выходите на связь, общаетесь, участвуете и выигрываете.
Фух, я все сказала. Дальше не буду, потому что я говорила искренне, от этого очень сильно переживала эмоционально. Я еще такая, что я могла заплакать и контролировала себя, чтобы не расплакаться несколько раз. Вот. Я чувствую, что вы меня любите. Мне очень-очень приятно. Я это знаю, что у меня самые лучшие и золотые подписчики на самом деле, потому что я всегда в гивах видела у других ребят, видела какой-то негатив, еще что-то. И за весь этот гиф вот только одна девушка что-то написала, остальные все на таком позитиве, столько слов благодарности, что я это провожу, что я это делаю. Это действительно олицетворяет и показывает, насколько такая же аудитория у меня, какая я сама. Вот, и это очень-очень приятно и очень-очень ценно. Фух, Натали, поем и прощаемся с вами. Давай, Сёмочка. Натали, поздравляем победителей мы, Натали. Всех поздравляем, всех мы любим очень-очень. Давай по-английски петь. Are you ready, guys? I'm back to tell you sorry, Натали. Натали. I can't escape destiny and you. Ужасно на английском просто. Ashy my sorrows, Натали. 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 Yes. Натали. Это, знаете, как следующая остановка. Следующая остановка. Все, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. С подписчиками Евгении. И Семенчика. До встречи. На самом деле, хочется сказать спасибо Семену за то, что он сегодня был с нами, за то, что он держал такой тяжелый подарок, и за то, что он нас веселил. Этот человек, который меня постоянно веселит, я могу на него, конечно, побурчать, когда он что-то быстро делает, я просто не успеваю, я начинаю нервничать от того, что я не успеваю. А я очень ответственная, мне нужно все четко делать, вот каждого проверить, каждого посчитать. Я иначе не могу, я не могу вот так вот пролистнуть и сказать, все, я пока не, вот, не посчитаю 83, я не успокоюсь. Вот, поэтому мне нужно так. А я пойду сейчас тестировать фен. Нет, ты сейчас поедешь за детьми, дорогой мой. Блин. Фен, который не засасывает волосы, это же блажь, дай мне протестировать, детка. У нас есть такой, не тестируй на нашем. Мы его с собой в Москву возьмем, и ты будешь тестировать. Мне кажется, я ему из номера не выйду. Все, прощаемся с вами, не будем занимать больше прямой эфир, мы вас очень любим. И в конце фокус. Давай. Пиу. Я не успела, покажи еще раз. Пиу. Вау. Из разных пальцев получилось два пальца, или как это? Из разных пальцев, да. А еще фокус у тебя есть с глазом? Покажи нам фокус с глазом. Это был летающий палец. Покажи нам фокус с глазом. С глазом? Да. Нет, подожди, я с пальцем хочу еще фокус. Давай. А куда ты пошел? Подожди, мне же нужно подготовить. Сейчас он возьмет нужные аксессуары, и тому, кто любит фокусы... Покажет. Покажет Семенчик еще фокус, несколько фокусов. Покажет. Что-то он даже в холодильник полез, фокусник наш. Ну, что-то готовил. А, что там взял? Я ничего не брал. Так, друзья. Кстати, смертельно опасный фокус. Давай. После него многие не возвращаются. Понятно? Кто так может? А теперь... Как там сказать? А теперь кульминация фокуса. Так. А? Жень! Я подержу Семёнчик. Что? Ё-моё! Блин! Жень, вырубай эфир! Вызывай меня от лошку! Ой, вот я с ним так и живу. Уже 6 лет или 7. Я забыла, сколько.
Давай сейчас глазом покажи свой фирменный. Это в следующем эфире. Нет, давай сейчас. Нет, ну пожалуйста, скажите, что мы просим, да, сейчас глазом. Вот как я вам теперь буду фокус показывать? Две левые руки. Ну все, я не буду с глазом. Ну покажи с глазом. Жень, ну мы в тот раз его доставали полчаса. Давайте завтра. Нет, давай сейчас. Шикарно так по-московски. Просим, тебя просят, давай. Хорошо. Да? Да. Ну давай. Ну не стесняйся, все свои. Они мне ставили нолики, когда я шутил. Не, они не ставили. Те, кто ставили нолики, уже ушли. Да? Да. Они же только добрые остались. Те, кто любит Семенчика. Как там, летающая ручка. Ручка, которая изгибается силой мысли. Ладно, хорошо, показываю фокус с глазом. Я же поел уже. Ну и чё? Ладно, все. Вы готовы? Вы готовы? Поехали. Блин, Сёма, ты чё, теперь будешь одноглазый у меня? Сём, чё делать? Опять, я же тебе говорил, в тот раз мы полчаса доставали. Залип. Видите, моя рука быстро застает. Да. Вот уже пишут, что жена бьет мужа. Да. Вот так мы, собственно, и веселим наших детей. Здравствуй. Цирк на Цветном бульваре? Никулина? На работу приглашайте? А кем? Фокусником? Не пойду. У меня хорошие зрители. Вот я тут в Инстаграм показываю. Да. Да. Что? Зарплата? $1 000 000? Жень, из цирка на Цветном звонят. Что делать? Не, наши подписчики дороже. Нет, наши подписчики дороже. Я тебе сказал, забудь дорогу. Все. Дорогие мои, я выступаю только для лучших людей этой планеты, которые периодически приходят в эфиры Евгении Кривцовой. Встречаемся на площадке «Я Кривцова». И это, кстати, Женя, а не Яна. Мы елку еще не убрали, потому что мне она очень нравится. Я ее люблю вечерами зажигать. И вообще, я помню, в детстве мама из-за меня долго не убирала елку, и я всегда любовалась этими огнями. Для меня прям... детство ассоциировалось, да, с новогодней елкой. Поэтому мы не убрали, и будет она у нас стоять до лета. Вот, все, мы прощаемся с вами. Пока-пока. Еще раз поздравляем всех наших победителей. Ждите новых конкурсов, мои любимые. И пусть вам повезет. Все, Семка, хватит. Своими этими аксессуарами разбрасываться. Давай с твоими побросаемся. У меня только подарки прекрасных победителей. Да, я считаю.